Здорово, ребят! Сегодня у нас новый видос по Crazy Time. 217 тысяч на моем балансе. Чуть-чуть больше, чем в прошлом видеоролике. Вот, сегодня что? Сегодня мы с вами поговорим. Сегодня будет разговорный видос. Вообще, захожу на страничку YouTube. Сегодня ролик выложил 400 тысяч рублей. Ну, вчерашний 400 тысяч рублей выиграл в сотке. Блин, 836 просмотров, видите, как... Получается, не снимал видеоролики 2 дня и в моменте просто выкинул из рекомендаций канал. Либо не выкинуло, но просмотров там печально. Не знаю, сейчас в последнее время, конечно, вообще все так с шорцами плохо было. Пошло. То есть мы сначала начали сотрудничать с Драгоном и договорились там о стримах. У нас онлайн на обычных стримчиках был... В пике 600 человек, это самый максимум, а так средний это, ну, 250-300 человек. В принципе, прикольно онлайн, да? Можно что-то делать. Договорились с ними о фиксе и решили... Ну, провели пару стримов и решили сделать там в перерыве стрим в шорцах. Стрим в шорцах залетел. Я офигел. Сразу 1000, 1500, 2000 зрителей. И потом как-то все пошло, там за... Ни хрена себе, кстати. Там за стрим в Телеграм подписывалось по 150, по 200 человек. Ну, первые стримы вообще 350 человек, потом 300, 250, 100... Ну, в среднем это 150-250 человек подписывалось на Телегу за день. Ну, это много. На данный момент, если, ну, типа, 1500-2000 человек мы успели привести туда, да? Если это кому-то в Телегу вести, то можно было, ну, много залутать, да? Вот. Как-то в моменте смотрю, стример есть такой, ковбойч. Ну, больше как ютубер, его темка очень как-то распялил, и не знаю, кто они там, что они там, братья, не братья, вообще все равно, друзья, кенты там, да? Ну, короче, узнал я от него темка, там пару постов о нем поделал и узнал о нем. Начал же иногда он мне попадаться тоже в рекомендациях. Получается, заходишь там на стримчик чей-то, например, там, на УДД по стриме, да? И темп, ой, и ковбойч. Думаю, ладно, пофиг. Иду дальше на стрим азартного скифа и снизу ковбойч. Начал к нему залетать, посмотрел, что там делает. Ну, делает и делает, да? Ну, то есть, ничего удивительного, ничего такого плохого, ничего хорошего. Ну, то есть, короче, забей. Просто с греков попадался. Вот. Потом смотрю, что-то нету. Ну, этот день его не было. Думаю, зайду на стрим. Они на стриме... Сидит 100 человек. Я подумал, как такое возможно. Смотрю в телегу, у него за 2-3 дня подписалось что-то там 1000 человек. Это дофига, это реально дофига. 1000 человек он себе привел за короткий промежуток времени. Вот. Потом захожу на стрим, и он говорит, что вот так и так, YouTube вообще выкинул из реков. Думаю, капец, обидно, конечно, жалко. И получается, мы провели стрим, все хорошо, там что-то 1950 человек было. Закончили трансляцию, договорились, короче, с дополнительным казиком, зумой, уже проводить стримы. Думали, ну вот сейчас отлично, зума еще взяла, по 2 стрима в день, как раз имба, вот приходит так в среднем 150-250 человек в день, а так будет в 2 раза больше. И как раз за месяц можно будет себе привезти там 1000-10 человек в Телеграм. Думаю, все, отлично, пошло добро, дождался. Провели первый стрим. Провели первый стрим онлайн, 1650 вроде был. Ну, короче, все отлично. 1750, 1650, что-то такое. Потом запускаем второй стрим. Там уже получается, когда ты запускаешь первый стрим, да, по проекту, то в основном почти всегда менеджера сидят, проверяют тебя. Мы запускаем, я смотрю, что-то 5 минут проходит онлайн на том же месте, думаю. Ну, ладно. Прошлый стрим также начинался, 5 минут пусто, а потом полетело. 10 минут пусто, 20 минут пусто, 30 минут онлайн 100 человек. Ай, я офигел. Как-то быстро оно скакнуло. Там сначала было 1500-2000 человек, а потом в моменте вообще их не стало. Я офигел. Перед менеджером неудобно, вот он зашел там, да, в основном, ну, я же говорю, первый стрим это показательный, ты показываешь там, да, людей, все, не ботыли, не накрутка и так далее. У нас 100 человек на стриме.
некрасиво, конечно, получилось. Наверное, это произошло из-за двух стримов за день. Мы сначала один стрим провели, потом второй стрим провели. И, наверное, это произошло из-за двух стримов в день. За день, да? И... сегодня опять провели, но онлайн уже не было. Да, конечно, в тильт упал. Ну ничего, завтра будем что-то пробовать. Может, завтра что-то получится. А в обычном формате пока мы будем проводить трансляции. Поэтому, ребят, кто хочет, кстати, нихера себе, я баланс вернул. Кто хочет, можете залетать на трансляции. Мы там играем в Crazy, иногда в слоты заходим. А баланс в среднем от 50 до 100 тысяч. От 50 до 100 тысяч, да? И что еще делаем? Иногда выигрываем, в основном проигрываем. Вот, поэтому, кто хочет залетать, я всю информацию оставлю в закрепленном комментарии, там прикреплена ссылка, да. Залетайте, залетайте. Тем временем, что могу сказать вам? Шарцы — прикольная тема. Она может очень быстро дать тебе, за короткий промежуток времени, может дать тебе бешеный график. То есть ты можешь за... ну, вот ты бы просто, ну, грубо говоря, никто, да? Ну, я имею в виду по стримам, по роликам, ты никто. У тебя нет просмотров, ты никому не нужен. А проходит... на следующий день тебе кидают рекомендации, шортс, да? Проходит неделя, ты приводишь себе там уже 1000 человек в Телеграм и 5000 на Ютуб-канал. И все, ты всем нужен. С тобой готов сотрудничать абсолютно каждый казик. Каждый. Ты всем нужен. И вот за счет этого YouTube шорцы — это прикольно. Вы понаблюдайте сейчас, как то, что делает, потому что вот YouTube шорцы, я не знаю, сколько еще будут жить и будут ли вообще жить. Ну вот, например, я, мы с папой вряд ли будем еще пробовать в них что-то делать. Может, конечно, еще попробуем, но вряд ли. Но YouTube шорцы сейчас прям вот очень актуальная херня. Главное как-то в реки попасться каким-то образом. Не знаю, на что это влияет, типа, если канал в рекомендациях, да, вот у нас, например, вот этот канал, на котором вы сейчас смотрите стримчик, неделю назад он был очень сильным в рекомендациях, там каждый ролик за сутки набирал 5000 просмотров. Это отличные показатели, да? Вот. Но прошло время, я решил на этом канале сделать стрим тестовый, тоже в шортсах. На стриме было 70-80 человек. Моментик уже, да? Типа, а почему? На том канале кинуло, а на этом нет. Также есть челы, которые просто вот создали канал, поснимали какие-то нарезки там, да, в шорцы. Не стримы, а нарезки заносов, либо еще что-то. Или прикольные моменты там, да, или мотивацию. Я вам рассказывал уже такое вот поначалу в роликах. Вот же ж падла. Поснимали немного такой вот херни, да, и... спустя время их кинуло просто в реки там, да? И теперь им просто нужно фармить трафик. Поэтому попробуйте, что нет. Посмотрите, как другие делают. Руки есть, ноги есть. Начали, пошли. Голова тоже не тупая, верно? Верно. Попробуйте, может, у вас что-то получится. А пока мисс у нас Crazy Time на балансе 159 тысяч и ставка 68к. Блин, хочется вот сейчас Crazy по 4400 поймать, и я готов остановиться на этом. Но это не он, к сожалению. Coinflip тоже не докат, а десятка... нет, не перекат, отлично, это 150 тысяч, сюда иди, найс. Баланс-то больше 300 уже, 320, 310, хорошо! Хорошо, выдача меня пока что тьфу-тьфу-тьфу устраивает. У нас огромные ставки, у нас хайролл. Манхи, кстати, недавно ролик записал. Хайролл на определенное время. У нас что, ставки... Я не смотрел его ролик, я название только видел. Но я сомневаюсь, что у него ставки были больше, чем у меня сейчас. Может быть больше, может он там по 2-3-4 раза больше моих ставок делал, да? Я в этом сомневаюсь. Вот, но можем сегодня вот просто посидеть, поиграть, похайролить. Потому что это, ну, так и есть, хайролл. Цель моя — дойти до 500 тысяч рублей. Пожалуйста, 10! Стоп! Стоп! Ай-яй-яй-яй, это было бы 165к, баланс 400 тысяч был бы. Ой, как это неприятно. Вот она, десятка летит и просто перекатывается. Очень неприятно.
Блин, бонуски еще, да? Один раз Кэшхан поймал по 4000, который дал сотку. Ну, у меня каждая ставка на бонуски жирает 30 тысяч. Ой-ой-ой, а вот это будет вывод, если это 5. Так, конечно, это не 5, это коинфлип максимум. Ну, я бы посмотрел коинфлип. Постой! Твою мать, какая дабл двойка. Ну все, это хана. Вот и накаркал, блин. Хорошая вета еще меня все устраивает. Угу. Нихера меня не устраивает. Ужас полный. Все, это коинфлип. Я тебе отвечаю, сейчас коинфлип будет. Я чувствую. Я вижу это название ролика. Поймал коинфлип по 15 тысяч. Смотри. Блин, если бы десятка под X10. Ай-яй-яй. И она летит, кстати, на десятку, прикинь. Но это не коинфлип, тут я уже просчитался. Но это в натуре 10. Стоп. Охереть, ты прикинь. Он дал на барабане десятку, но просто не законнектил ее. Дал бы он на нее, ну хотя бы 2x. Это уже 380 тысяч, это уже был бы вывод. А там 10-25. Ой, какие это. Ой-ой-ой, там такие выплаты были бы. Страшно. Так, ладно, 91 тысяча рублей наша ставка. Все выше, 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 выше. Ну, в натуре десятку бы под X3 дал, баланс был бы 1600. Ну, летит куда? Максимум коинфлип. И опять двойка, да? То есть одну ставку выиграл, и теперь две ставки должен проиграть. А я говорил, я вижу название этого видеоролика. Коинфлип по 15 тысяч рублей. Оп, оп, оп. Сюда, хорошо. Боковой не делаю, потому что тут микрофон зацеплю, поняли, да? Хорошо, хорошо, хорошо. X20 и с конец ролика. Это вот хорошо будет, если 20x. Дальше, дальше, 15. Ну, кстати, тоже отлично будет, 200 тысяч чем-то. На базу! Иди сюда, старый. Так можно и заканчивать ролик. Сколько? 243. Блин. Молодец, молодец. Слушай, молодец. На этом можно и ролик закончить. Ладно, давай повторяем. Делаем вот так, вот так, вот так. Я очень надеюсь, что выиграю эту ставку и закончу данный видеоролик. Да? Да. 300 тысяч, либо 500. Будет на балансе. Да я надеюсь, 500, конечно, и все будет чики-буки. Давай 5-10, 5-10, 5-10, 5-10. Я назову ролик, поднял 500 000 рублей в Crazy Time. И это просто имбуль, а не видос. Извиняюсь. Стоп. Блин, ну как сейчас стопнуться? Ну я стопнусь, я же не дурак проигрывать, да? Обалдеть. Блин, ну так хочется еще сделать ставку. Но не буду. Я просто посмотрю, что было бы дальше, если бы я сейчас повторил. Ну что ж, ребят, на этом мы заканчиваем. Если вам ролик понравился, обязательно прожимайте лайки и подписывайтесь на канал. Сегодня в роликах рассказал вам немножко про YouTube шорты, стримы. Очень актуальная темка. Рекомендую попробовать, кто... Ну... Да, на свои деньги не играйте по-любому. Возьмите фантики, где брать, я рассказывал в прошлых видеороликах. Ладно, я бы опять проиграл. Все. Вся остальная информация будет в следующем ролике. До новых встреч. Обнял, приподнял. Пока.